Здравствуйте, уважаемые подписчики и просто зрители моего канала. Хочу предложить вашему вниманию ролик, который я назвал «Люди второго сорта». Бар-бар-вар-вар. Значит, наверное, вы уже знаете, да, как высказался патриарх Гундяев о славянах. Вот, значит, я вам набрал Гундяев о славянах. И вот тут, кто еще не знает, можете, значит, посмотреть. Гундяев о славянах. Значит, есть у него там такое высказывание. И пришли к ним, значит, образованные и просветленные греки. И научили их письменности и вообще всему на свете. А эти, значит, а кто, говорит, такие славяне? Это же, говорит, варвары, говорит, люди второго сорта. Варвар, барбар. Ну, вот тут вот я заинтересовался и чисто случайно, ребята, думаю, а вдруг, может быть, патриарх-то говорил-то, блин, или может он проболтался, потому что сейчас я вам покажу одну интересную карту про варвар-барбар. Смотрите, есть такая, я вам показывал, коллекция Х. Убой Лоуренс. Смотрите, Барбария. Ребята, видите, в Африке Барбария. Барбария. Вот, часть Барбария. Может быть, он про вот этих вот барбар-варвар говорил. Давайте, ребята, посмотрим, а как же эти барбар-варвар жили? Давайте я вам покажу именно это место. Барбар-варвар. Африку. А точнее, Алжир. О, ребята, смотрите, оказывается, эти самые барбар-варвар неплохо так себе жили. Вот они, значит. Смотрите, что получается. Еще вам покажу барбар-варвар. Свастики. Это свастики, ребята, из Капитолия. Еще вам, ребята, покажу. Так. Вот это, ребята, свастики. Город Библос. Я набрал вот так вот в интернете. Город Библос, свастики. Но мне тут вылезло именно вот эти вот как бы римские. И Африка, и Палестина там. Короче, весь этот регион, везде одна технология строительства, везде эти самые свастики, я вам уже показывал, они именно вот такие, что в Капитолии, что я вам показывал уже, кому будет интересно, прогуляйтесь по Эрмитажу, они точно такие же, эти свастики, то есть везде одна и та же технология, одна и та же короче, везде одни и те же вот эти вот... А, символика. Тут ты, ёлы-палы. Вот, короче, давайте, значит, я вам кое-что сейчас вот зачитаю. А чё же они нам принесли-то? Эти самые образованные греки. Я вам, значит, покажу интересную вот такую штучку. Я вам ее уже показывал. Так, поторопился. Подождите. Карту показывал. Русская старина. Письмо, значит, Кондратия Булавина. И вот что он тут пишет. И стали было бороды и усы брить, так и веру христианскую переменить. И пустынников, которые живет в пустынях ради имени Господня, Господня. И хотели было христианскую веру увесть в еленскую веру. И как они, князь со старшинами, ну и так далее. Так, давайте, значит, смотрите, обращу ваше внимание. Переменить и пустынников, которые живут в пустынях
ради именно имени Господня. Давайте вам покажу, как они изменили с того времени вообще понятия. И есть у меня вот такой вот ролик, где я вам показывал, значит, вот такой ролик, кому интересна русская Библия, антижидовская книга. И я здесь показываю библейскую энциклопедию Архимандрита Никифора. И там в конце, значит, есть свод удаленных русских слов из Библии. И смотрите, что получается. Была пустыня, а стала равнина. И здесь далее я показываю, ребята, здесь столько много слов, которые были удалены и которые по смыслу вообще даже не подходят. Понимаете, да? То есть была одна какая-то, как хотите называйте, вера, религия, знание. То есть, вот эти вот ребята, которых я вам только что показывал. О! Обратите внимание, знаете это что? Это из города Пальмиры. Смотрите, как они выглядят. Это значит финикийская религия. Бог... Кстати, вот тут вот на вот эту картинку мне прислал, это мой подписчик мне прислал, и этот бог называется Святой Бог или как-то, или Светлый Бог, забыл уже. Смотрите, за головой у него полумесяц и солнце. Обратите внимание, ребята, как они выглядят. Смотрите, смотрите. А теперь, ребята, давайте посмотрим еще одну интересную книжку. Ребята, или я ошибаюсь, или наш Перун выглядит точно так же, как эти самые мужики, финикийцы. А? Или я ошибаюсь? Так, где они, ё-моё? Что-то не туда. О! Не, ребята, ну это же одно и то же. Смотрите, это из книги Воланского. Он собирал, значит, письма о славянских древностях. Вот это вот, значит, Перун. Но здесь он называется Тор. Как бы по-скандинавски. Но это все о славянских древностях, ребята, книга. Вы посмотрите, это то же самое, что я вам показывал. Вар-вар-бар-бар. Смотрите. О, да это же те же самые люди. Посмотрите, Перун. О, вот вам, ребята, и вар-вар-бар-бар. А теперь смотрите. Это Дмитриевский собор в городе Владимире. Вот он, Перун. То есть, была религия, вера. А вот вам, ребята, и полумесяц. Вера или знание, как хотите называйте, но ее просто взяли и переписали. И ввели эту самую еленскую веру. Я бы еще вам, конечно, хотел показать, как выглядят сейчас эти самые греки. Ну, что-то они не шибко похожи-то на вот этих вот мужиков. О! Согласитесь вы со мной, ведь это так, ребята. Вот такие вот интересные дела происходят про вар-вар-бар-бар. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Буду показывать вам много интересных документов.